Добро пожаловать в Казань 80-х, в место, где любого пацана могут убить за одно неверное слово. Так и случилось с Ералашем. Так, ребят, банька греется, шлюхи стынут, давайте побыстрее. Типичные мусора. Я сама найду того, кто грохнул Ералаша. Так, за работу! Я жене обещал только по пятницам блядовать. А если бы у бабушки был хрен, она б смотрела слово пацана. В этой вселенной Ронан обманул Таноса и расширил свое влияние на Восток. А эта дура, чтоб не думать о ебаной реальности, сутки напролет смотрела слово пацана. После 40-го просмотра всего сериала я не могла пошевелиться. Как вдруг Вова Адидас Универсама протянул мне руку. Пошли пришиваться, скорлупа. Так я и стала пацаном. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Он отшил Кощея от нашей группировки. Его избили, провели залупой по губам и прогнали с улицы. Так Кощей стал чушпаном. Как хорошо, что у меня сохранилась запись последних слов Ералаша. Спасибо сценаристам. Остановите автобус, там наши бегут. Ай, что вы делаете? Не надо! Мужики, хоть обоссыте, только не пейте! Я тут ни при чем, это все Вова Адидас. Окей, Google, запусти поиск по картинкам. Что, простите? Ничего, что ты с радиатором печки разговариваешь. А как Google запустить? Ты уж определись, 80-е у тебя или... Ой, да иди ты нахуй. Смотри, что я нашла. Это что за клюватня? Я нашла на месте убийства Ералаша какие-то странные чертежи. Слушай сюда внимательно, ты не в Казани 80-х, ты не Айгуль, а тот алкаш не Ералаш. Это наш айтишник с секретной флешкой в жопе. Сука, быстро пиздуй с этой флешкой сюда и только попробуй ее проебать. Я тебе плюсы с минусами поменяю, ты меня узнаешь, что такое робоклимакс. Я разузнаю, что задумал Кощей. Что? Нет, вези себя сюда, брать! Здорово, петух! Сука, я проиграл все свои деньги, а я с тобой и не за денег. Вообще ни гроша. А, ну тогда пошел нахуй. Вот как мне найти нормальную утку, когда вокруг одни проститутки? А тем временем Димон Ошпаренный передает привет своим друзьям и говорит, чтобы они не ехали туда, сами знают куда. Похоже на промышленный самогонный аппарат. С его помощью Кощей хочет подмять под себя улицу. Те ебало разукрасить? Я уже разукрасила. Вообще это похоже на программный код. Мы писали такой на бейсике в 9-м классе. Откуда это знать, блюдоносу? А вы это не проходили? Где, блять, в утиной школе? В общем, надо наведаться к разъездовским и уничтожить этот аппарат. Ладно, скажу на твоем языке. Буду стрелять по тебе, а зацепят нас. За все, что мы делаем, мы отвечаем вместе. Есть что-нибудь запрещенное? А я, блядь, что положила? Налево лучше не смотрите. Там сейчас как раз петушат одного политического блогера. Ну, он явно в этом не новичок. Это ты напердел или с улицы трубой воняет? Так, где тут ля-мажор? А не опасно, что тут вода? Хуль ты шикаешь, уёба? Говорю, током нас не пизданёть. Ах так, тогда я съебу от тебя паупта волокну. Это вот тот самый самогонный аппарат? Прям говно зубастика из Футурамы. Активировать флюгер Хаймены. Заливаю Троян 19. Смотри, у тебя иммунитет к Трояну 19. Попробуем новый неизвестный Троян X. Хотя и он не так опасен, как российские сериалы. Вова! Адидас!
Скажите, а не смущает, что я баба? И если я ношу канди-бобер на голове, это еще не значит, что я женщина или балерина. Но я не Вова Адидас. Ты Вова пидорас. Сделайте ей фаталити через массовое сосалити. Пожуй свинец, тебе пиздец. Разъезд, чушпаны! Так Айгуль и померла. Точно так же, как и в сериале. А, нет что ли? Это что получается, я людям напиздел? Вот это подстава. Камень, ножницы, бумага. Ой, у меня, если что, бумага из камня. А что это за вопли на улице, Берримор? Да это фанаты «Игры престолов» вышли на улице после показа очередной серии. Позор! Позор! Шлюха! Я Ланнистер, отсоси у меня! Пошла отсюда! Позор, шлюха! И это еще про мои увлечения что-то пиздят. Еба! Я вижу ее материнскую плату. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А материнка до сих пор видна. Что вообще изменилось? Да ты заебал! Надену я штаны. Ты б сказала, мы помогли. Мы ж не сыкуны какие-нибудь. А, ну так пошли туда еще разок. Покажешь, какой ты крутой. В смысле еще разок? А можешь всем рассказать, что ты на самом деле петух? Не-не-не, сейчас все сделаем. Если что, я полукровка. Просто моя мать медленно убегала. А мы так долго стоять будем? Еще один боец уснул. Что будем делать? Прикрой его, желательно пледиком, и подсунь под него подушку. А вперед, древочлен! Да кто ты вообще такая? Я здесь, за эту улицу, стою. Пацаны, мне все, и я все пацанам. Кто меня знает, тот в курсе. Я на этой улице людей воспитывал. А ты, шерсть, эту улицу предала. Все вы. А я не на улице живу. А скажите, вас когда-нибудь били по голове каменным хуищем? Нет. А вот теперь можно и джуджук доставать. Раньше вместо слова «пацана» дети смотрели «Ералаш». А затем в слове «пацана» убили Ералаша. И у современных детей не осталось выбора. Что ж, подражая этому ебаному сериалу, ты сделала мир лучше. Я тебя ща в клюв выебу. Увидимся, полупетух. А если вы хотите посмотреть полную версию в этой озвучке прямо сейчас, то переходите по ссылке в описании на наш аккаунт в Boosty. А также, помимо этой серии, вы уже можете посмотреть все 9 серий предыдущего сезона, которые наделали много шуму в интернете. Также тут есть легендарные переозвучки членистоногого мужика, 50 сортов коричневого и смертельных драчек. Для этого вам нужно выбрать соответствующий уровень подписки. Увидимся в нашем уютном и веселом клубе Киноплейс.